Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Трэго. А мне семечек. А мне. Ребятки, многие знают, что на Ютубе отключили монетизацию. Если вам нравится мой контент, которого вы заслужили, теперь вы можете меня поддержать, оформив ежемесячное пожертвование через сервис Patreon, если вы живете не в России. А если в России, то через сервис Boosty. Все ссылочки найдете в описании к этому ролику. А мы начинаем драть кормилицы. С вас обязательно подписочка и лайк под этот видосик, у ребятки. Чё ты посмотришь? Вещички. Вещички, вещевидные. О, Левайс. Джинсы Левайс, бомба. Это на продажу берем. Левайсик. О, это деду надо. Помойка одевает. Еще джинсы. Футболочку хочу. О, нифига себе. А, так это толстовка. Ботк, атлетик. Боди талк, размер М. Смотри, на тебя. Помойка одевает. Может, еще что будет? О, Поло Лакост. Походу, Арик. Вроде качество топ, Лакост. Но она подушатанная. Да это по помойкам лазить, ей жопа уже. Капец, тут семечки, хрен пойми какие. Крысиные или тыквенные. Непонятно. Духи нашел. Что за духи? А есть чуть-чуть мне пшикнуться? Так там капелька. Не, они приторные, мне не нравятся вот эти духи. О, пыца. Колокольчик? Нет, нету пыцы. Давай, удиви, удиви. О, мне надо. О, нифига себе, топовая с зарядкой селфи-палка. Прикинь, она даже включилась, светится. Блютузная селфи-палка. Ну, не такое уж прям говно. Офигеть, подожди. Он в чехле, держи. Чё за тап? Он в защитном стекле. Нифига себе. Чё за камера там? Дай. Смотри, он не стеклянный, но топовый. С 3G, 16 гиг. Встроенной памяти, ребят, модель GT-P5200, Samsung планшет. Это Арик, по линзе камеры вижу, что это оригинал. Лоток под симку есть. Сейчас я все проверю. Не, флешки нету, симка есть. Так он может от сим-карты работать, и можно пользоваться. О, да, симка стоит, ребят. Нифига тебе повезло, это топовый планшет. Мы даже, кстати, самый крутой планшет, который мы находили, да, мы... Круче вроде так планшета не находили. Он еще в защитном, ну, защитное стекло тут стоит. Грязненький. Надо будет проверять. Ну, в гараж приедем, проверим. Не включается. Экран вроде целый. Тоненький такой, вообще топовый. Топовый планшет реально. Еще в таком чехле зарыганном. Капец, посмотрите на этот чехол. Ну, кстати, тебе нужен, да, планшет этот? Типа себе оставишь. Ребят, на Авито они продаются за вот столько. Сейчас мы поедем в гараж его проверять, если он рабочий, мы за столько же его и бы продали, но Илюхе надо. Правильно? О, кольцевой свет с помоечки. Помоечка дарит оборудование для блогинга. Мне как раз нужна. А это какая-то современная. О, наконец я нашел RGB-шную кольцевую лампу. Разноцветную. Вот это деду надо. О, медяшечка. У меня вынос хаты реальный. Ха, кстати. Ха, а ну дай-ка. И вот тут же требу... Ой, это залутник написать. Доезжайся, это пропуск с мусорным баком. Штребух, привет, здорово. О, у меня наушники. О, у меня аж куди. У меня топ-находки. JBL наушники беспроводные. Ой, с одним наушником, который разорвался на две части. Оригинальные JBL. Неплохие, ребят. Не, его может можно починить. Вот это приколь. Обидно, что они поломанные. А вот, смотрите, ребят. Это Logic с зарядкой. А вот от них коробка, кстати. О, пауэрбанк литионный. Ну, наверное, старый уже. Возможно, дохлый аккум у него. На. О, прикольно это. Для чего, правда, не знаю. Но... А, это для визиток. Ставишь так и сюда визитку цепляешь. Блок питания шляпный, паленый, не оригинальный. Че, Илюх, нашел? Показывай. Тяжелая? О, сетевой фильтр. Нифига себе. Бесперебойник. Тяжеленький. APC. Вот это мы забираем. Вот это, надеюсь, рабочий. Внутри там аккумуляторы. Но обычно в таких устройствах аккумуляторы дохнут.
Вот он, аккумулятор. Такое устройство на Авито том же можно продать за 1500 рублей примерно. Или даже дороже. Ну, если он рабочий, конечно. О, сумочка для находок. Вот, уже не зря залетели 3 сумки под находки. Теперь осталось находки найти. О, вещевидная. Вещевидная. Кормилица, зимняя куртка. Ну, это сейчас вообще не актуально. Свитерок. Еще тиранова. Ну, такой чистенький. Мы сейчас шмотки брать не будем, потому что мы хотим только технику брать сегодня. О, битые часы. Ха! В виде сковородки с яичницей. Но им жопа, они уже разбились. О, нифига себе, мышонок. Мышки. Это мышонку Джерри подарим. Нифига себе, брелок новый в виде мышки. Куда полез, эй? Ой-ой-ой, сколько всего нового, ребят, смотрите. Одни мышки, это в год мыши все продавали, видимо. Нифига себе. Все новое, все запечатанное, брелки, одни мышонки. Кто-то это продавал, мне кажется. Копилочка новая, ребят, вот такая вот свинка. Давай, убирай. Еще брелочки в виде арбуза. Берем, все берем. Вот тебе от меня подарочек, будешь вспоминать. Стикеры. Спасибо. Только они не влагозащищенные, их нельзя клеить на велик. Они от воды развалятся. Мне не надо шлепок вот такой анимешный. И мне бы еще компьютер бы найти. Чтоб был целый комплект. Вот второй шлепок. Шлепки с котейками. А что, прикольные. Их так-то постирать и все, они целые, блин. Классные. Можно на продажу забрать. Реально крутые, мне нравятся, заберу. О, что это? Принтер? Магнитофон! Принтер? Бытовой. Провод. 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 Медный принтер старый. На картридже. А, кстати, он еще и цветной. Реально цветной, может даже живой. Да, но у нас принтеров хватает. Оставим конкурентам. Токарди, ну пойдет. За 200 рублей продаж. О! Пузырики? Чё зыришь, глаза пузыришь? Лови. Пузырики какие-то второсортные. Плохо пузырятся. Хуета его. Ты меня чуть не снес. Вообще дебил или шо? Ты шо? О, шланг. И хорошенький пылесосик. Ребят, зацените. Припаркованный какой. Ой, какой тяжелый. Чувак, у меня был такой. Точно такой же. Он очень-очень тяжел. Бля, гандоны, твари, сука. Ребят, топовый пылесос. И какой-то падла конкурент вырвал провод. Это очень мощный топовый пылесос. Очень обидно. Реально очень топовый пылесос. Был у меня точно такой же, блин. Очень крутой пылесос. Тут пылесборник, да, вот, отдельный. У меня это лицо, Влад, вот, смотри. Так это не то, это шляпа. Я думал, это профессиональная дрифтовая тачка, а это шляпа. Но это более-менее еще, кстати. Пойдет. Это полный привод. Чё, куда ты лезешь, блядь? Куда ты лезешь, сука? Куда ты лезешь? Где пульт? Пульт где? Это не химота, это шляпа. Игрушечная. Это не настоящая. Ребят, ну выглядит вообще шикарно. И вот смотрите, задние колеса кручу и передние тоже крутятся, потому что полный привод там. Но это шляпа. Есть фирма такая, Химота, и другие фирмы. Это более профессиональные уже. А это так, реально игрушечная. Но неплохая и дорогая, кстати, такая. Такая дорого будет стоить. Но если найдем пульт, сможем продать. А без пульта хз, продастся она или нет. Ну классная, все равно прикольная. О, тут даже у нее снизу подсветка есть. Коробочка от айфона. О, синтезатор для меня. А, не, он битый. Какая-то падла его взяла и разбила. О, Димасик. На тебе, свежие. Спокойно, пацаны, спокойно. Это полицейская. Фигня, форма, все это полицейская. Поэтому спокойно, не нарушаем. Аккуратненько. О, а это перчатка. А вы вообще тут как смотрите, не? О, Дим, по твоей части. А не, показалось. Фу, как завоняло дохляком. Вот это шляпа. Это стиль-утиль.
Три часа дня, это значит уже пора расхищить следующую кормилицу. Дим, а ты реально, ну, вот эту челочку, ну, на заказ попросил так, чтобы тебе сделали? Нет. А как ты меня попросил? Меня криво постригли просто относительно, вот так. Вот криво? В этой парикмахерской. Вот в этой? В цирюльнике? Все это дизлайк, короче. Дизлайк, ребят. Ну, вообще это похоже на штрих-код. На прическу штрих-код, понял? Ну, ничего страшного. Давай, 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 давай. А тут смотрел? Спокойно, эй. Не деритесь, пацаны, не деритесь. Опа, опа, сюда. Мне кормилицу подавай, сытную. И больше мне ничего не надо. Где техника? Оп, первый полез. Погружение в кормилицу, Илюк. О, алюминий, алюминий. Алюминий. Да, пацаны, я сегодня всем подписчикам, которых встречаю, раздаю свои стикеры. Поэтому так, сейчас. На, тебе комплект. Тебе комплект. Красава, поэтому тебе комплект. И тебя я не оставлю. Тебе тоже. А это огурчик вы для меня отложили, пацаны? Это мне? Я не знаю. А кто будет? Ты будешь? Да на, угощайся, Димон. Потом давай. Схаваешь. Чё ты, блин, переживаешь? Не переживай. Чемодан. Чемодан. А, шляпа ему. Поломанный. Нифига себе, тут стеллаж. И сразу тут как будто что-то продается стоит. Вот нормальная обувь на продажу заберем. Вообще как новые кроссовки. 37-го размера. О, слышь? Ковер. Димас, в гараж. Надо забирать. Рили, прям рили надо в гараж забирать. Прям реально. Книга рецептов для термопода. Опа, кроссовок Adidas. О, твиксик из кроссовка выпал. Вот это я сейчас покушаю. Твиксичек мини. Твиксичек мини. Твиксичек мини. Твиксичек мини. Люблю сладенький твиксичек. Помоечка подкармливает, ребятки. А ну, я попробую посоревноваться с этим роботом. Тесно. Будет прикольно с ним кататься или нет? Ой, оп, он остановился. Русский киберпанк, он едет, везет какой-то заказ. А ну, если его подрезать. Кормилица, кормилица. О, вижу бокал. Убитый. На, Дим, по твоей части. О, кроссовки. О, ботинки. Не, ботинки или нормальные. Ботинки целые. Что это? Зажим? А, это что? Офигеть, из Икеи новая штука для кабеля. Для каких-то кабелей штука. Забираем из Икеи, ребят. Икея закрылась, так что это, блин, в два раза дороже можно продать. Так, тут ботинки на продажу. И вот какие-то кроссовки. Это еще можно посмотреть. Вообще целые. Александр Маккуин бренд. Это ж вроде бы дорогой бренд. Но, наверное, это подделка, а может и оригинал ХЗ. Александр Маккуин это очень дорого стоит. Давай себе забираем. Так, сандалики, но это шляпа. О, мешок для находок. Что тут у нас? Вынос кухни. Всякие перцы, приправы. Фигня, короче, техники нету. Так, а тут чего? Кормилица. Давно она меня не радовала. Может, сейчас порадует. Я ни на что не намекаю, конечно же. Но пару айфонов было бы неплохо найти. Что тут в мешочке у нас лежит? О, вынос хаты, вещевидный. Тут вещей много, детская обувь. Но это оставим. Благотворительность никто не отменял. О, а вот целый набор ролики и наколенники. Я, наверное, поеду сейчас подписчикам подарю. Пусть катаются. Даже обувь есть, ребят. Смотрите, какие кроссовки целые вообще. Офигеть, это точно я возьму. Из Декатлона, размер 34. Целенький топчик на продажу. А ролики подписчикам подарю. Ой-ой-ой, а что это за тумбочка? Пустая, блин. Что-то черных пакетов много. О, давайте наберем кости собакам. Свежачок, косточки. А куда мы их сложим? Ой-ой-ой, тут у нас собаки в гаражах. Так будут рады таким костям мясовидным. Собачки вообще порадуются, ребятки. Не, ну тут мясо свежее.
и пахнет мясом. Ну вот перчатки мне точно придется выкинуть после этого. Свиненые шкуры, раскрой пакет, свиненых шкур набрать собакам. Вообще можно суп сварить, но лучше косточек побольше, чем этих шкур. Косточки-то они точно будут грызть, зубы точить. Че, наверное, хватит или еще? Да тут что-то в этом пакете мало мясовидных. Они просрутся, тут же жиров капец, куски этой шкуры, они просрутся по-мощному. Обалдеть, сколько мяса собачки будут забывать и меня благодарить. Топовая, топовая. Отверточка, ребят, на баке лежала. И отвертка еще одна вот такая вот. Может, дворник забыл? Собачки, вы тут как? Привет, спесили. Куда вам столько-то еды положить? Тут ее очень много. Сюда. На, и тебе сюда. И тебе сюда. Вот так. Ой, как грызутся. Блин, а им шкуры, походу, понравились прям. Шкуры топ. Вкусненько? Вкусненько. Вкусняшка, помойка кормит собачки. Радуйтесь, радуйтесь. Вас радуйтесь, пёсели. О, ребят, лето на дворе, сапоги все выкидывают. Мы их очень часто находим. Вот и Дима бомбит по этому поводу. Новые? Это картины для рисования. Интересно, их обрисовали? Давай вскроем. Это картины для рисования по номерам. Картина по номерам, вот. Не, оно обрисовано все. А это можно забрать. Смотри, все эти картины в гараж. А. Давно я эту дрянь. Panasonic мультиварочка пойдет. А есть чаша внутри. О, полный комплект забираем на продажу. Мультиварочку такую на Авито можно продать рублей за 700. Ну а мы продадим на барахолке рублей за 300. Потому что такое на Авито выставать геморрой. Но в принципе тоже можно поиметь нормально денег. В принципе неплохая. Картины мы позабираем. Вот это в гараж повешу, вообще красивое. Тут даже краски, кисточки новые как будто. В комплекте. Так, что еще за картины? Вот такая с девушкой и вот такая вот с котейками. Тоже все заберем, в гараже повешу для красоты. Это блендер. Доставай. Ой, как воняет здесь. Жалко, камера за. Energy бренд. Блендер такой. Или кофемолка. А, это кофемолка. Нормально. Вот кофемолочка Energy. Кофе молоть. Вообще новая, ребят. Посмотрите, она новая. На продажу забираем рублей за 200, продадим. Тут прям клондайк бытовой техники на этой помоечке. О, физика и инженерия. Какой-то набор. Интересно, он там есть? Походу, да. Походу, есть целая коробка. Лаборатория юного ученого. Офигеть. Ребят, забираю. Все-таки я решил вскрыть и узнать, есть ли там набор юного ученого. А то если нет, неохота пустую коробку или помойку, которая может находиться в коробке, везти в гараж. О, я ж сказал, все внутри. Все внутри. Им даже, походу, не пользовались. Даже очки вот такие есть. Офигенно. Забираем, ребятки. Ребят, пацаны набрали тут на помойке топовых футболок. И сейчас я буду переодевать свою футболку, потому что я нахожусь в своем мерче. Помойка кормит, вот написано. И надо мне переодеть эту футболку, потому что мне жалко ее пачкать. Переодеваемся прямо на помойке, потому что помоечка одевает, ребят. И полетел на кормилице. Помоечка вообще стильно одела меня. У тетя, дядю, няня. Кормилица! Примчал кормилицы у рыбетки. Очень люблю эту загородную кормилицу. Все потому, что здесь, можно сказать, Рублевка. Вот там топовые дома дорогие. Вот тут баночки. Что-то имеется. Что это такое? Рак легкого. О, так это табак, ребят. Черри, нифига себе. Пипе табаку. Пипе табаку, ребятки, в коробочке. Обалдеть, но это набрать. Содержит системные яды. Забираем табачок, продам на барахолочке. Это самокрутки крутить, ребят. Офигеть, целая банка. Он даже сухой. Хороший табак.
Так, что у нас тут еще будет? Так, кстати, надо перчаточки одеть. О, я смотрю, тут уже какая-то перчаточка лежит. Одна. Надеюсь, найду сейчас вторую. Это вообще топовая перчаточка для кормилец. Бомба. О, сразу вещевидные. Вещевидные эти находки. Лифчик. Это для спорта. Бегать там или еще чего. Это по Диминой части. Он такое продает. Заберу Димону, он продаст его. Надо одеть перчаточки в ребятки. Кстати, перчаточки тоже с кормилицы. Понеслась. Так. Вынос хаты. Техника. Вот тут может... Есть тут? Нету. Так, что у нас дальше здесь? Какая-то курточка. Кстати, тут же мажоры живут, тут могут быть бренды вообще мощные, мощнейшие. Бренд Торста. Expedition Sins. Не знаю, что за Торста. Это типа такая куртка-толстовка, или как это назвать. На продажу можно забрать. А, нет, не получится, драная она. Оставим бомжам. Так, что? О, что-то есть тяжелое. Кедики детские. Ух ты, вот это интересно. Это можно взять на продажу целенькие. Конверс? Нет, ну что-то наподобие. Заберу. А мини вещей. О, выпивка. Подай бутылочку. Ребят, бутылочка с неопознанной жижей. Из Икеи. Не рискну такое попробовать. Не, у меня же камера одета. Дим, понюхаешь? Насана? Нет, настойка лютая, алкогольная, пахнет сивухой. Чем? Самогонкой. Сивухой? Оставим бомжам. Нифига тут какие ботиночки припаркованы. Крокодилье. Да это ботинки. Или, ну мини-сапожки. О, фонарики. Жаль, что сейчас не актуально, сейчас не Новый год. Снежинки, звездочки, но может кто купит. Это что? Это градусник? А, да что ты боишься? А, нет, что это такое? Ребят, напишите в комментариях, что это такое. Я такое ни разу в жизни не видел. Это, наверное, это вставлять быть... куда-то, в задний проход. Да. О, да, покажи свежачок. О, май, все в говне, как обычно. Где техника? О, техника. Говорю, где техника, а вот и техника. Была здесь когда-то. Инструкция для вибратора. Аирподсы были паленые. Угу. А, нашел? Ого, вот это кормилица дарит секс тебе. С кем будешь использовать? С Валей. Понял. Так и подумал, кстати, сразу, потому что а с кем еще-то? А может, Надю? Ну, для разнообразия. А он Вале не изменяет. Да-да, это горячие девочки. И с одной из них у Димы было свидание. И это свидание я подснял, ребятки, только тихонечко. Это лучше вам не смотреть вообще, контент 18+. Кто не видел Димы на свидание с Валентиной, то обязательно заходите смотреть. Это просто извиняюсь, это жесть, ребят, 18+. Вы не знаете вообще, на что Валентина способна. Ее сверхспособности я увидел и словил такого кринжа, что чуть не помер. Вот видео. Или в описании, по-моему, после этого видео посмотрите, кто не видел, потому что это просто жесть. Фаворитница. Моя вот эта кормилица. Радует меня частенько она. Посмотрим. Сегодня порадует, не? Коробочка топовая, я бы забрал. Перчаточки у меня уже не первой свежести, конечно. Очень они пахнут помойкой. Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько тут, походу, всего. Я смотрю, рюкзак лежит походный. Там куча одежды топовой, походу. Надо запрыгивать. Ребят, реально. Капец. Капец, топовый рюкзак походный. О, и коробочка от игрушки для взрослых. Так, а может... О, вынос хаты. Кошелек. А, нет, записная книжечка. Так. Еще кошелечек вот этот на продажу возьму. А, не, он резанный. Интересный пакет так-то. О, аж куди. Блять, ебаный в рот. Привет, ты че пугаешь так? Я обосрался, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Это Яхщебула, это мне. Это Яхщебула, топовая куртка. Это по помойкам лазить, не-не. Там еще карманы, подожди. О, что-то есть в кармане. Это вот это, как диамант. Бриллиант. О, прикинь, тут что-то есть. Лё, сиги. Одна. Ты куришь? И я. Зажигалка.
Пакетик какой-то с пакетиками. Ля, да это какой-то этот выкинул. Турист какой-то выкинул все свои шмотки. О, лупа. Блок питания. Два блока питания. Вот, браслетик. О, нифига прикольный. Это же семейка этих. Как фантастическая семейка. Во. Блочки беру. Лупу беру. Ну это не надо. Это... О, битый падла. Разбитый телефон. Но с него, в принципе, можно еще плату снять. А что это у нас? Samsung. Разбитый в хлам какой-то Samsung. Шляпа. Ля. Ля. Ля, что с ним сделали? Ля. Наушники, ребят. Провод от наушников хороших. Ля, 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 ля. О, так это Logitech. Это Logitech наушнички. Logitech, сюда. Logitech, блин, офигенные они. Ребят, гарнитура Logitech. Это можно... Это, наверное, в эти, в колл-центрах работают с такой гарнитурой. Но это классная гарнитура, не дешевая, ребята. Logitech. USB-шная, зацените. USB-шные наушники. Тут звук офигенный в них, 100%. Модель наушников Ребятки 000777. Стоят они вот столько. Надеюсь, что рабочие, но с виду они вообще в идеальном состоянии. Я прям находочки в этот рюкзак сейчас буду складывать, ребятки. Сколько там еще всего? Ля, вот тут что-то есть, ребят. Мешочки, какие-то карты. А, это скидочные всякие карточки. Лукойл, тут вот это вот все, это мне не надо. Еще какая-то шмотка женская уже. Пусто, все, пусто, ребят, все, находки складываю в этот рюкзак, это теперь мой рюкзак, помоечка дала мне походный топовый рюкзак, офигеть. Ребят, вот такой рюкзак на Авито стоит примерно 3500 рублей, это рюкзак от бренда Norway, а новый он стоит вот столько, но он целый абсолютно, все с ним отлично, все с ним хорошо, я еще с ним ходить буду в походы еще как, для спины держалка, там блоки питания, сюда телефон на запчасти, кстати, материнскую плату с этого сосунга я продам за 1000 рублей. О, Lacoste, нифига себе, ребят, Lacoste Sport. Ботиночки оригинальные. Ой-ой-ой, а где второй? А, вот второй Lacoste Sport. Ну, они здесь чуть-чуть покоцаны, а так на продажу пойдут. Забираю Lacoste. Как Lacoste, блин, не взять? Они дорогие, такие в магазине 1007 стоят. О, нифига себе, что выпало, ребят. Наушники Sony, ребятки. Оригинальные, кстати, только их чинили. Провод ушатанный, и штекера нет. Но это можно тоже починить и дальше ими пользоваться. О, это отсюда выпало. Тут всякие USB-шечки. О, зажигалочка. Написано Санкт-Петербург. Зипа, только без этой крутилки. Ну это нафиг. Тем более это была Зипа оригинальная. Это типа чисто подделка. О, степлер. Нормально еще со скрепками. А ну-ка проверим. О, работает. Забираю. Не, реально, ребят, эта помойка мне напоминает игру Days. Там когда такой альпийский рюкзак находишь, тоже залутываешь, его набиваешь по полной. Собственно, что я и делаю. О, плоскогубцы пойдут. Китайские шляпные, но пойдут бесплатно. Нафиг. О, телефон. Блин, старый Samsung, падла. Ну, заберу на барахолку, может, там купят. Курточка. О, спорт. О, нифига себе, ребят. Это термит. И, походу, еще мой размерчик. Носок какой-то прилип. Конечно, мой размерчик. Это я заберу на зиму, блин. Конечно, заберу на зиму, ребятки. Какая-то падла бутылку с балкона скинула. Ебать, ребят, я в шоке. Там тип на 9-м этаже сидит на этой балконе. Просто сидит и смотрит на меня. Вы видите, не? А, он уже слез. Жесть, вы это видели? Вот, походу, это он пепельницу с бычками скинул. Я думал, он сейчас спрыгнет. Слава богу, что он не стал этого делать. Это пипец, ребят, я в шоке. Забираю находки и сваливаю нафиг поскорее. А, вот еще Lacoste надо забрать. А, он опять залез. Блин, ребят, что-то, блядь, дебил. Все, может, скорую вызвать? Смотрите. О, сейчас прыгать, походу, будет. Ребят, тупо сидит, я как будто прыгать собрался. О, слез. Молодец, блин. Не надо прыгать, блин. Я же говорю, блин, он все что угодно может на этом районе произойти. Или тебе бутылка на голову прилетит, или еще кто. Зацените, ребят. Туристический рюкзак нацепил, и теперь у меня огромный на руле багажник. Офигенно. Поеду дальше.
Она всегда грустная, эта кормилица. Блин, когда она нас уже порадует? Я вот жду, не дождусь. А на предыдущей помоечке, ребятки, я налутал пиццу. Ну, потом ее поедим. Мы сейчас не голодные. На потом пиццу. На потом. Еда. Не могу достать. Я щука. Да как достать-то, блядь? Как достать? Что это? Ну, блядь. Я думал, рыбка копченая. Просто топ, ребят. Я в шоке. Столько всего можно в него вместить, и мне ездить удобно. Вообще топовый самокат, блин. Ребят, кому интересно, я Камура Раптор 13. Просто пушка-гонка. Только качество, конечно, так себе, но в принципе он меня радует. О, кто-то пробежал. Крысак. Он тут уже крыса поживилась моими находками. Итак, ребят, короче, чекаем планшет. Постоял на зарядке. Проверяем, работает или нет. Все понятно, короче. Что-то у него с экраном. Но экран-то вроде целый, походу шлейф. Не знаю, что с ним может быть. Ну, придется продавать на запчасти. Скорее всего, шлейф отходит. Экран целый. Никаких трещин нет. Ну, на запчасти 1000, может, за 1500 кто-то купит. Ну, по крайней мере, буду на это надеяться. Ребята, бесперебойник вроде как работает, но почему-то пищит постоянно. Возможно, внутри сдох аккумулятор, и из-за этого он пищит. Power on, зелененькая, а красная перлейсы батарея. Наверное, аккум сдох, из-за этого выкинули. Нужно аккумулятор поменять, и будет все работать. Оставлю его себе.